Я вас приветствую на канале SoundLife. В сегодняшнем видеоуроке мы продолжим писать наш трек в стиле прогрессив транс. В прошлом видеоуроке мы уже вступление кое-как сделали. Давайте сейчас продолжим писать. Единственное, что мне не нравится, как мы тут снейр сделали. Звук снейра не нравится. Давайте мы его, наверное, удалим. У нас на 11-м паттерне. Я вам прикреплю вот эту папку с пресетами, сэмплами, миди, видеоуроку. Поставим его сразу на 11-й канал микшера. Уберем все эффекты наши пока. И пропишем наш снэр. Так, и давайте добавим сюда еще вокала.
по-моему, на сцене. Так, и давайте здесь пропишем, у нас будет партия пианино, мы сделаем звуки. Давайте на 16-м паттерне сделаем. Добавляем сюда. Я использую плагин True Piano. Вот пресет я вам кинул. У меня он здесь уже. Переносим его на 16-й канал микшера. Ну, я уже его немного обработал. Сейчас покажу, как у меня. Смотрите, я добавил Fruity Delay 2. Посмотрите, как он накрученный. Сделайте то же самое. И добавил Fruity Reverb. Тоже посмотрите, как он накручен. Ну и заходим в Piano Roll. Я уже ноты тоже прописал. Я вам в MIDI отправил их. Давайте их перенесем сюда. Вот так зажимаем. И вот что у нас получилось. Сейчас с вами ставим сюда, у нас будет на 16-м паттерне пианино. Это я сделал, чтобы не писать, оно у меня сейчас в боковом меню появится. Вот так вот. И вставляем его сюда. Но нам оно целое не нужно, нам нужен маленький такой проигрыш. Вот так вот обрезаем, удаляем. Ставим сюда. И вот что у нас получится. Все, мы сделали как бы такой переходик. И дальше прописываем нашу партию ударных. Да, кстати, чтобы вот так вот не искать сэмплы, а чтобы они по каждой дорожке шли, можно вот так вот делать. Нажимаем на кик,
правой клавишей вылазит меню и пишем Log to Content. Везде выставляем Log to Content. Сейчас покажу зачем. Смотрите, при последующем мне не надо будет. Я буду нажимать, у меня будет тик появляться. Здесь head. То есть на дорожке у меня будет появляться то, что мне нужно. Именно сэмпл, который мне нужен. Так. Прописываем дальше партию. Бас. И добавляем уже сюда бас, наш мид. Так, бас у нас будет на 8. Начнем мы на одной ноте, поэтому я обрезаю. Так.
здесь мы сделаем такой. И начнем мы здесь нашу вокальную партию. Hold me till my heart breaks. Tell me what you wanna say. That I'm nothing else. Так, давайте пропишем дальше. Отсюда она начинает уже петь не на одной ноте, поэтому мы уже будем не на одной ноте играть бас, а полностью. Мы сейчас с вами полностью как бы пропишем полностью трек, а потом уже будем эффекты вставлять, там, делать какие-то переходы и так далее. Так, давайте вот тут пэд продолжим писать.
берете, наводите на последнюю точку, зажимаете левый клик и тянете. Так, ну а теперь будем прописывать мы с вами яму. Самое первое, давайте пропишем наш пэд-бас. Давайте его слайвенько пропишем. Ну, я уже прописал. Вот вам пресет будет. У меня он уже тут есть. Или нет, не помню. Ладно, давайте меню. Вот пресет. Наверное, его не в сайленте писал, что он пресет не видит, я уже просто не помню. Сейчас одну секунду. Что-то я подзапарился немного. Давайте вот так вот просто переносите его сюда. И вот уже накрученный будет у нас пэд бас. Давайте его на 19 будем делать. Сразу на 19 канал.
зайдем в Piano Roll. Ну вот я под вас видео уже дал, закидываем сюда, слушаем, что у нас играет. Нам отсюда нужна только бас-составляющая. Давайте сразу обозначим его. Мы заходим в наш микшер. Ставим фаб-фильтр ProQ и смотрим и слушаем. Нам нужна только саб-составляющая, это где-то вот эта вот часть. Наводим вот тут на этот, нажимаем два раза, он нам сразу линию среза сделает и срезаем. Где-то до сюда, давайте послушаем. Так, добавим мы сюда пианино наше. It took me so long to see, but it was there in front of me. I should have known better. I should have known better. For what you do, when I was lost, I turned to you. You should have known better. Добавим наш пэд. It took me so long to see, but it was there in front of me. I should have. You should have known better, but it was there in front. It took me so long to see, but it was there in front of me. I should have known better. I should have known better. I blame myself for what you do. When I was lost, I turned to you. You should have known better. Давайте добавим сюда еще такого пэда, ну, чтобы он заполнял как бы атмосферного.
пианино. Давайте на 20-м паттерне сделаем. Я вам уже пресет кинул, он уже накручен, настроен. Отправим его на 20-й. Миксер пресет, сюда вот так ставим. Смотрите, я по фильтрам обрезал саб составляющую где-то до 293 Гц и поставил эффект Grossbeat Sidechain. Я вам миди кинул и слушаем. Ну мы тут давайте послушаем как литы. Давайте его немного по ушам разведем. Тридцать влево, 30 вправо. Ну это примерно пока. И что мы делаем? Мы будем на вот этот фильтр делать автоматизацию. Давайте по одному будем слушать, как он начинается. Great Automation Clip.
В принципе, для удобства можно пока его оставить под нашим видом. Настроим, потом спустим вниз, чтобы нам видно было. Took me so long to see, but it was there in front of me. I should have known better. I should have known better. Тоже сделаем с другим звуком. Фильтр погибайте, опускайте там на свой вкус, каждый как. When I was
Так, это мы сделали. Давайте теперь переход наш сделаем. Как бас. Ставим все на одной ноте будем делать. Сейчас мы будем дальше фильтрами играться. Лид мы будем наоборот опускать. Сразу мы сюда
такой переходик. Сейчас сделаю метод. Давайте его назовем Снейр. Канале. Сразу вот это делайте, прописывайте, чтобы потом не путаться, где что у вас играет, на каком канале и так далее. Ну а здесь придется нам немного потрудиться. Давайте срежем. Нам часть вообще не нужна, чтобы она нам не мешала. В принципе, вот это можно и здесь прописать, в Piano Roll. Но я сейчас сделаю так, в Piano Roll тоже вот так же самое. Прописываете тух-тух-тух-тух, потом тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Там еще можно со звуком поиграться, вверх-вниз, с фильтром и так далее. Мы сейчас и тут с фильтром чуть-чуть все поделаем. Ну, я здесь пропишу, я в Piano Roll не буду прописывать. Звук опущу, бо он у нас сильно кричит. Он у нас на 14. Мы пишем, что там у нас лид. Так, давайте снова. Где-то вот до сюда, а потом мы сделаем вот так вот. Повторяться. Вот я сейчас скопирую. Ctrl-C. Вставил. И теперь вот так. Thank you.
еще такой интересный звук. Эта часть нам не нужна, мы ее отрежем. Добавим мы еще сюда райдов. Можно, в принципе, пишем основную часть. Сейчас перкуссионные писать не будем, чуть-чуть позже допишем.
Женей там, с Лидой. Я видеоуроки объяснял, что Spire ест очень много ресурсов. Поэтому надо его чуть-чуть настраивать. Трапорт поднимать лидом, да? Дальше у нас, в принципе, все повторяется. В этот квадрат мы можем добавить первый наш. Видите, у нас, в принципе, сейчас микс играет, там баса не слышно, там один звук забивает другой. У нас просто этот видеоурок очень длинный и так получился. В следующем видеоуроке мы это все сведем, у нас будут все звуки отдельно, все слышно. Сведем его по частотным характеристикам и будет все играть nice. В принципе, давайте, наверное, на этом урок наш этот завершим. А в следующем видеоуроке мы доделаем уже концовку, вставим эффекты, переходы и будем сводить трек. Сохраняем файл, save, как вам удобно. Можете переименовать, я просто сейф нажму, чтобы в следующем видеоуроке это уже все открылось. Сохранить, попросил заменить, заменили его. Ну,
Я вам уже, в принципе, здесь все накидал, эффекты. Можете сами там поэкспериментировать. Ну, я в следующем уроке уже по-своему все расставлю, сделаю. Ну, надеюсь, этот видеоурок помог вам в чем-то, чему-то научились. На этом давайте заканчивать и до следующих видеоуроков.